6 автоматов, 2 винтовки Мосина, пистолеты и самодельные ружья. Все это добровольно сдал полиция 58-летний житель Ботлихского района. Об этом сообщает МВД Дагестана. По словам мужчины, оружие хранилось у него со времен боевых действий августа 99-го. Еще один местный житель при разборе подсобного помещения обнаружил 2 гранатомета, 60 тротиловых шашек, 36 гранат и патроны. По его словам, арсенал принадлежал его покойному брату с августа 99-го. Найденное оружие мужчина добровольно сдал полиции.